считаете, счет на табло соответствует действительности? Да, соответствует. Мы второй тайм вслепую проиграли. Вообще ни одного почти момента не создали. Пару ударов, все. Почему так много фолов в первом тайме? Ну, начали мы, как видели, хорошо, но потом начали совершать ошибки. Из-за этого много свободного места. Из-за этого же ошибки пошли. И из-за этого фолили. Потому что нечего было больше делать. Когда тебя уходят, тебе приходится фолить. Во втором тайме почему столько пропустили? Ну, также ошибки в обороне. Может, усталость, не знаю. Это не ко мне вопросы. Много дырок в обороне было. Много выходов 3 в 1, 3 в 2. А сама установка в перерыве какой была? Ну, мы хотели поджать их на половине, что если мячик у них на... То есть, когда мяч выбрасывает вратарь, сразу их там поджать. Если же они здесь, отвечать их на своей половине. Но у нас не пошло. Хорошо, спасибо большое. До свидания.